Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Эти кошки проснулись одновременно, почувствовали землетрясение, которое должно было только-только произойти. Нет ничего веселее, чем играть с собакой. А вот пес, который боится океана. Что бы вы съели в таком ресторане? Вы тоже ненавидите, когда вот сидишь, играешь, и вот такое происходит. И нужно не забывать регулярно мыть руки. Три, два, один, ноль. Кайф. Он с переворотом прям прыгнул? Да, он натолкнулся. Этот лысый орел смог защитить свои яйца от бури, которая полностью его покрыла. Спасибо большое за просмотр и за лайк под этим видео, а перевел и озвучил виски. Ага.